А вот смотрите, как плавится цитрамон. Смотрите, как он плавится, как будто масса такая непонятная, как будто там точно пластик какой-то есть. Смотрите, вот вчера я его испытывала, сегодня решила по новой. Запах такой неприятный. Смотрите, какой цитрамон П. Медисорб. Медисорб, производитель. Город Пермь. Ацетилсалициловая кислота. Кофеин. Так. Парацетамол. И больше ничего не указано, смотрите. А посмотрите, как горит. И прям вообще, посмотрите, как плита. Я вчера всю конфорку испортила. Что это вот за масса такая? Видите? О! Такая вот жидкая масса. Это вот что это такое? Оно разве так должно быть? Вот если вот пепел, вот, пепел от нее остался, если вот эти вот ингредиенты там какие-то хорошие были, вот от них остался пепел. Вот. А вот это что за масса? Посмотрите, что это такое? Конечно, не так, как кальций языками, но вот эта разлитая масса. Что это так горит? Кофеин, парацетамол или ацетилсалициловая кислота? Я не пойму. Но запах неприятный. Может быть, это кислота? Да, конфорку здорово испачкала. Ну, хотя, видите, все это...